Опять же, олигархическая. Есть олигарх Пинчук, у него вот есть ставка на этого персонажа. Еще есть несколько олигархов, у них есть свои креатуры. Я бы с большим интересом на вашем месте обратил внимание на появление Гриценко, такого вот странного персонажа. Он всегда был вторым, третьим, пятым, десятым. Он, ну, как бы двойной агент такой, знаете, это бывший военный украинский, который там какое-то время провел в Штатах, там при Пентагоне крутился. И вдруг он появляется во всех рейтингах. То, о чем вы говорили, что место в этих рейтингах покупается за, даже за рукопожатие. Понятно. Вот. И этот персонаж вдруг предлагается публике как альтернатива надоевшим, опостылевшим всем Тимошенко и Порошенко. И вот этот персонаж явно проамериканский. Давайте более подробно поговорим о роли США.